друзья, всем привет! Как у вас настроение? Как дела? Приехали немножко отдохнуть, погулять по парку. У нас погода чудесная. И хочу вам рассказать, в принципе, я уже давно на YouTube-канале. Кто меня смотрит, спасибо всем. Хотелось бы вам немножко поделиться своими впечатлениями о Америке, а точнее о штате Теннесси. Я переехала в Америку 9 лет назад, вышла замуж и здесь теперь живу. Все 9 лет я проживаю в штате Теннесси, город Нэшвилл. Хочу вам немножко рассказать про плюсы, минусы жизни. В общем, самое главное, не буду затягивать это видео, плюсы давайте начнем. Значит, город растет, город развивается. Здесь много рабочих мест, что, конечно, это главный плюс. Сюда приезжают, можно найти без проблем работу, она оплачивается. В общем, город строится, много жилых помещений новых. По ценам. Значит, квартиру, если покупать, 250 где-то средняя цена. Дом. Покупка дома, ну полдома, дом, это уже как повезет. Средняя цена где-то 350 тысяч долларов. Это средние цены, как по Америке. Штат вообще недорогой, он, можно сказать, один из дешевых. Это огромный плюс. Питание, проживание, средние цены, хорошие цены. В общем, главный плюс. Второй главный плюс еще здесь очень развита медицина и образование. Медицина здесь много учреждений, именно где и обучают медицины, и вообще лечат какие-то, вот проводят операции, одни из лучших. И сюда даже и приезжают лечиться, делать какие-то операции, вот много учреждений. Также и образование, много университетов, институтов. Здесь много студентов приезжают, можно и подработать, как я и говорила, работы хватает, даже студентов берут. Красивые такие вот городки, знаете, для студентов. Обязательно, может, поедем в город, и мы погуляем, покажу вам один из таких вот городков, развитых для студентов. Работа есть. Так что, в принципе, это тоже большой плюс. Но и еще что, для молодежи здесь весело, потому что город музыкальный, много музыки, театров, есть куда пойти, какие-то дискотеки. В общем, где погулять, конечно, тоже найдется. Один из плюсов еще – это природа. Конечно, здесь кто любит горы, кто любит водопады, какие-то реки, водоемы разные, ну, кроме, конечно, моря и океана. Здесь очень много парков, каких-то кемпинговых парков, где можно с палатками отдыхать. В общем, бесплатные, где ты можешь приехать, тоже погулять, походить. Здесь много. Природа чудесная, цветы, деревья какие-то. Вот у меня на канале есть много видео, где мы отдыхаем на природе. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Здесь действительно очень стоящие вот виды природ. Водоемов много, воды, где можно и на лодке покататься. Вот у нас лично есть яхта. Можно заниматься водным спортом. Сдают здесь, кто любит воду, есть и пляжи много тоже отдохнуть. Есть и платные, есть бесплатные. Платные не очень все дорого, все так бюджетно, можно себе позволить. Допустим, зоопарки, разные гарден-парки, это ботанические сады. Все в пределах 30 долларов входной билет. Можно делать, здесь любят американцы делать, знаете, такой вот билет, пропуск, допустим, за год вы платите что-то и можете сколько хочешь ходить. Ну, средняя цена 200 долларов вот этого вот такого паспорта как бы на год. В общем, природа чудесная. Это огромный тоже плюс. Также штат Теннесси, он такой, знаете, центральный. Вот кто любит путешествовать и здесь живет, в принципе, в пределах вот суток можно добраться до каких-то больших городов, там, ну, Майами, Бостон, Хьюстон, допустим, ну, в общем,
какие-то такие интересные места в пределах суток можно добраться, погулять, вернуться. Ну, это для любителей путешественников. Плюс еще для кого-то он, конечно, плюс, кто любит, для кого-то минус, это решать, конечно, индивидуально каждому, но штат Теннесси, он теплый. Здесь практически нет зимы, холодной, морозов, здесь теплая весна, осень, одежда, ну, как бы, легкая курточка зимой, можно переходить в кроссовках, это вот для кого-то, конечно, плюс, кто не любит холодную пору. Ну вот плюсы, по моему мнению, такие. И перейдем с вами к минусам. Конечно, в каждом штате они найдутся, эти минусы и плюсы. Но для нас, ну и вообще, один из минусов, это так как город большой, он строится, много приезжих, много студентов, это большие пробки. Конечно, наверное, в больших городах в Америке это не редкость, их много везде. Но нужно учитывать то, что можете застрять где-то, выезжать пораньше. И еще приводит то, что много пробок, то, что много машин. Это значит, действительно нужно каждой семье как минимум иметь машины. Так как в городе, если в центре Нэшвилла еще могут быть тротуары, то за Нэшвиллом уже никаких тротуаров нет. И пешком вы никуда не доберетесь. Так что приходится... ну, хотя бы одну машину, как минимум, на семью иметь. Это, конечно, тоже большой такой минус, да, потому что если одна машина, и, допустим, один из членов семьи на работе, то второй член семьи не может куда-то поехать в магазин, нужно ожидать. В общем, без машины в штате Теннесси, в Нэшвилле, к сожалению, никуда обязательно нужно иметь колеса. Это один из минусов, пробки и обязательно наличие машины на семью, хотя бы одну. И еще один минус, который я смогла вспомнить, и который меня никак, знаете, не покидает, вот он для меня самый главный такой минус, это погода, потому что здесь она настолько переменчива, она может меняться. Вот, допустим, сегодня у нас сильный ветер, это еще, ну, так знаете, легенько, потому что бывают прямо... сильные ветра до 60 миль. И вы знаете, прямо дует, все сдувает, очень некомфортно, неприятно, и могут быть торнадо. Торнадо, я за 9 лет здесь проживания, уже 3 мы застали. И главное, знаете, предупреждение, они налетают очень быстро. Прям вот за 10 минут могут сказать, что идет сильная туча, грозы, торнадо, прячьтесь. У меня тоже... кто не смотрел, есть на канале, когда именно застали мы торнадо, мы прятались в магазине, прятались, и было очень страшно, посмотрите, кому интересно. Вот погода здесь, конечно, во-первых, очень жаркая и влажность большая. Летом просто до 40 и до 7-8 вечера сложно выйти, потому что даже нечем дышать, и все перебегают, знаете, с кондиционера в кондиционер. Из дому с кондиционера в машину, с машины, ну, уже в какой-то там или в магазин, или на работу. Вот погода здесь, климат не очень такой хороший, положительный, меняется очень часто, но теплый. Весной, осенью, если нет ветра, то, в принципе, тепленько, и... но переменчивый может налететь в любое время, ураган, торнадо, грозы, влажность большая. Вот это для меня лично очень большой минус. Так что, если кто-то хочет переехать, здесь и плюсы есть, которые я озвучила, для жизни хорошие, цены хорошие. Но вот с климатом немножко не повезло. Так что
Вот мои наблюдения. Может, кому-то вам поможет прийти к какому-то решению. Ну и вообще, кто, может быть, хочет попутешествовать, посмотреть природу. Отличная в Теннесси природа. Так что милости просим. Я надеюсь, вам понравилось, кому-то помогло. Пожалуйста, поддержите меня лайком. И спасибо всем. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.